Здравствуйте. Солнечное утро. Я решила выполнить то, что не удалось вчера. Стою на том месте, где из травы вчера вынырнула алабайха и набросилась на собак. Веська всю дорогу от меня не отходит. Какое же счастье, что я вела ее не на поводке, как обычно делала, тренируя, а просто оставила ее в свободном полете. Да, моментально она вчера шуранула, и это ее спасло. Если бы я ее держала, вероятно, она со мной бы уже в лес не пошла никогда. Собаки обнюхали место схватки, трава примята, и не только трактором, который тут явно проезжал, помяв цветы. А мы отправляемся в лес. Помимо прочего, меня Машка попросила набрать сфагнум для лягушки, и я с большим удовольствием это сделаю. Господи, как же я давно там не была, и как меня туда манит. Идем по полю, наслаждаясь медвяным запахом. Отцветают люпинчики, ну, распустился клевер. У нас тут и белый, и розовый, как этот, и ярко-красный, который растет огромными площадками, а около клеи расположилась сушеница степенная. Замечательное растение, останавливающее кровотечение. И очень часто применяемое в медицине. Кстати, пора уже скоро и травки будет собирать. Эх, надеюсь, что это для меня не окажется актуальной. Как-то пришло в голову, что самым весомым аргументом при заяве в полицию по поводу вчерашнего происшествия было бы покусание Ирины Александровны. Но меня, честно говоря, поездка на медэкспертизу и волокита по всем этим инстанциям совершенно не устраивает, равно как покусание. Лучше я буду ходить по тропам и любоваться следами неведомых зверей. Хотя ведомых, это явно были копытные. А вот это, по-моему, лисичка. Но прошли они здесь явно давно, потому что дождя уже много дней не было. Надеюсь, что скоро состоится. Хотя приходится каждый день теперь поливать огород. Ну что ж, посмотрим, что там в лесу. Ну что, секьюрити, пошли дальше. Сейчас будем земляничку искать. В общем, до опушки растет земляника еще далеко. А тут настоящая клумба. Чего только нет. И ромашки, и мышиный горошек, и столько орхидей. Любка двулистная и трышник. Вот это вот полевая разновидность. Очень красивая, но у меня выкопанный давным-давно на поле такой же цветок превратился в громадный. Здесь, видимо, чего-то не хватает, наверное, почва плохая. Весь аккуратно. Сколько же цветов, колокольчики. Эх, лепота. И скоро уже зацветет кипрей. Да, не упустить бы момент сбора листьев для копорского чая. Репешок. Стройный красавец, но весьма колючий. Кстати, Машка очень часто его применяет для гальваники. Да, путля, это уже не пойдет. Тут тоже. Но вот этот вполне нормальный экземпляр. Да, надо будет с копорским чаем поторопиться. Иначе упущу момент. Надо брать, пока листики еще свежие. При приближении к лесу Веся решила поставить уши торчком. Да, все-таки так тебе идет. Вообще она мне чем-то антилопу левретку напоминает. Антилопа залегла в тенечек. Надо пойти сегодня по тому маршруту, где есть вода. Дождя не было достаточно давно, и собакам надо будет попить в процессе нашей прогулки. Так, а где-то в этих березках должна быть земляничная поляна. Вот туда я сейчас полезу. А вот и первые ягодки. Замечательной спелости. Так, надо будет с Роськой сюда прийти. Ну что ж, кому-то в поле обед приносят, так сказать, обед пахаря в поле. А у меня завтрак на опушке, что тоже весьма приятно и романтично. Итак, отведаем. Ну вот, добрели до болотца. Карька даже успел залечь в какую-то лужу. Хорошо, что собаки могут попить. А вот и сфагнум. Мягкие зеленые полянки этого замечательного мха. Который, кстати, тоже является дезинфицирующим и кровоостанавливающим средством. Да, что-то меня на эту тему потянуло. Ну что ж, пакетик в кармане. Я думаю, что лягушке больше не потребуется. В конце концов, всегда можно прийти и набрать еще, если это потребуется. Обычно я этот мох собираю в разных местах, с тем, чтобы не повредить основному покрову. Но как же он красив. Похож на маленькие пальмочки. Будто бы летишь на...
на вертолете и наблюдаешь за растениями. Ну, все, собаки дорвались. Сейчас весь опять превратится в лесу. Очень-очень ушастую. Кстати, спинка у нее здорово потемнела. Вообще красавица стала. Интересно, придет домой. Забудет уши опустить или нет? Посмотрим. Прошагав по лесу несколько километров и не обнаружив ни одного гриба, что, собственно, в такую жару мне удивительно, оказались на прогальне. Ну, ничего страшного. Отсутствие результата, как говорится, есть уже результат. Но зато здесь растет замечательная травка, которая называется черноголовка, в некоторых местах чернушка. Она помогает при диарее. Ну, не моя эта проблема, но иметь какой-то запасец, ну, скажем так, для дорогих гостей, всегда необходимо, мало ли что. А потому надо собрать. Кстати, о лечебных свойствах этой травы я впервые узнала как раз в деревне. И тут она называется весьма романтично. Крутосерка. Будем брать. Ух ты! Я грибы нашла. Благородные лисички. Да. Но, правда, в совершенно зачаточном состоянии. Однако, это вселяет оптимизм. Это значит, дня через 4 сюда уже можно будет прийти. Ну что ж, с почином, Ирина Александровна. Теперь уже не только ворушки, но еще какие-то грибочки. Веська, как тебе идут такие уши? Красавица! Ай, не, дом, наверное, опять опустит. Впрочем, посмотрим. О! А вот и ворушечки. Немножко, но крепенькие, в самом соку пройти мимо невозможно. Как всегда, достаем пакетик, берем ножичек. Вот мы и на опушке, надо уходить. Ну какая же здесь красота! Заканчивается лес и начинается синее море люпинов. Сейчас нам предстоит туда нырнуть. А да, искупаться в такую погодку было бы в самый раз. Однако придется брести к деревне по полю под немилосердно палящими лучами солнца безветренную штилевую погоду. Ну что, собакаки, пора. Подул легкий ветерок, разгоняя слепней. О, жигалка. Красивые зеленые глазки, но кусачая. С ветерком куда приятнее. Появились первые облака. Как замечательно смотрится. Такое ощущение, что действительно волны. Или какие-то причудливые перья. А у меня под ногами на дороге колея, в которой отпечатались причудливые следы. Вот интересно, что бы это могло быть. Явно птица и весьма большая. Ну вот, ставлю ладонь, убиваю слепня и любуюсь. Надо Нике показать. Интересно, кто бы это мог быть. Эх, как же здорово. Однако, возвращаемся домой. Вот, еще одна находка. Буквально около дома с елки спорхнул малыш. И слава богу, я успела первой. Нет, Веся, это не игрушка. Вот вы уляжете спать, тогда я его выпущу в те же елки. Вообще-то рядом с дорогой. Ладно, посидит немножко. Кислород поступает. Вообще-то ручка сюда пауков собирает и разводит. Ну, птичке будет не скучно. Нет, Весенька, нет. Сейчас далеко уберу, не достанете. Так, мох не забыть выложить для рогатки. Птенечка-то посмотреть не успел. Пришла Ника и, пользуясь своим высоким ростом, в отличие от моего хоббитского, выпустила его на ту же самую елку, откуда он спорхнул, но уже с другой стороны. А потому собачки его больше не достанут. Боньку я предварительно затащила в избушку. А у Люшки, рогатки, появился новый мох. Да, и вот она кайфует. Вот она. Поймайте ее. Слушай, она толстая стала? Нет. Она похудела, она голодная. Ничего Бабушка. Себе похудела. Поймите. Блямба такая. Найди себе лягушонка. Не буду я искать лягушонка, мне жалко. Бабушка, смотри, какая крутая. Даже можно погладить. Хочешь попрыгать? Погладить хочу. Но мама сказала, что она тяпнуть, если голодная, может. Красивый. Оказывается, слушай, она не какой грустная. Какой цвет, я восхищена. Я тоже. Иди сюда, крыса. Глаза. Какие смешные глазки-то у нее. Слушай, может, все-таки подержать? Ай, ой. Она ой. Ускакает. Ускакивает. Ускакивает.
Прыгивает. Ой. Что ты не пугаешь дорогу? Смотри, бабушка. Ух, отспалюсь. Плюх. Щучки. Это башка. И щучки. Упочки. Как это? Питомцы похожи на своих хозяев, да? Ну, вообще-то это правильно. Ну, мне вместо крыс нравится рогатка. А мне все нравится. Иди сюда, маленький. Ну, просто крыс кусается. У нее как будто рисунок маски на спинке, обрати внимание. Росян, готовься ловить крыс. Гляди. Глаза, нос, рот, уши торчат, а это волосы. Нет. А глазки вот отсюда смотрятся, как рожки. Чёрт. А вот здесь вот похоже на голову паука. Нет, на чёрт. У него вот зубы, вот глаза. Так, у крыс сегодня генеральный уборка. Лепота. Так. Поганка уже немножко сидит на плече. Ну-ка, обозначим поганку. Поганка. Ну, не такая уж она и поганка. Сиренькая. Но они все время ломятся сика, в клетку. Сика, 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 сика. Сисюйка. Ой, Марк, смотри, какой хвост. А хвостики у них миленькие. А ты знаешь, для чего им такие длинные хвосты? Почему? Чтобы, если они бегают где-нибудь по какой-нибудь палочке, рычке, ну, по таким узким местам, они им балансируют. Как? Ну так, поэтому они такие ловкие, шнырливые и пронырливые. Балансируют, значит, держать равновесие. Пойдешь? Не пойдет. Все. Дома в домике. Теперь они отсюда вообще не вылезут. Ох, ладно, пойду я и попью с дровами заканчивать. Сидела, отдыхала, внезапно раздался странный треск. Так что вы тут творите, собаки? Карри, что это такое? Ну вот, давайте доски ломать. Мама. Чего? Мы снимаем. Мамочка в окошке. У меня к тебе вопрос, но не на камеру. У меня к тебе тоже вопрос. Подойди сюда, я хочу приподнять эту штуку, посмотреть, что они там ищут. И по-любому это все придется опять же ремонтировать. Мне кажется, там жаба. На жабу они так не реагировали бы. Нет, там вообще тельца нет. А кто? Роська. А, вот не деревни ноги. Ага. Вот сзади подкрался. Незаметно. Да. Если он сейчас сюда еще прилезет, тот, ну, кто там сидит, догоняй, проиграет. Вот кот. Ой, котик. Нет, котик. Не надо котика. Котик, этот котик поймает всех. Карри, кто там может быть? Так, ну что ж, попробую поднять и посмотреть. А весь не будет есть клубничку. Кстати, у Веси опять легли ушки. Какие они мне были красивые в лесу, если бы ты видел. Микроовчарка настоящая была. Все, пришла домой и расслабилась. Так, Роська, ну ты удачно приборчик провел там, где у нас дрова валялись. Вот, бабушка, сколько. Молодец. Теперь чистенько. И только костерчик будет чем растопить. Вот когда я вот эти два ведра, у него здесь чуть-чуть поменьше было, а потому что это падало. А, и ты перекладывал, сюда. Да? Да. Ну, сейчас подкрепишь с клубничкой, дотащи все до второго места. Справишься? Ну, отгоняй давай всех. Ну, давай. Отгоняй. Надо же. На, держи а, камеру. А, то есть я держи камеру, а собаки бегать а тут ты будут? Что, подымешь? Так, собаки. Ка брысь! Иди сюда. Вы целиком не влезаете. Мама. А, это мне? Давай. Выходи. Ну, какие у тебя грязные руки. Так, собаки нельзя. Она сочная, мама. Ну да, ничего такая. Она могла быть лучше. Так, да? Попробуй. Давай. Вот все надо менять, все проблемы. Господи, у меня какой-то год ремонта. А, то есть по частям, да? А по-любому, это все демонтировалось. Давай я. Какая крыса? А может это Никина крыса была? Еще себе Никина, вон на кошке. Офигеть, да, какая она. Ха-ха. Слушай, здоровенная. Ну да. Это, по-моему, Никина. Откуда Никина? Это местная. Да ну, у нее цвет коричневатый, не такой, как у трущобных. Она темная. Темно-коричневая. Она шоколадная какая-то. Лови лягушку, лягушку лови. Лови лягушку скорее. Она вот там, за бревном. За бревном, за бревном. К дому поскакала.
Пусть себе скачет. Нет, моя хочет кушать. Она где-то здесь. Где-то... Сама ловит. Вон она уже. А, ей хорошо. Сейчас ее крысы сцапают. Крыс лягушки не едят. Да. Ну вы жили. А вон хвост мелькнул. Где? Только что. Да? А, нет, баб, ну все уже. Там крысы отрывнулись. Нике надо сказать, она хотела крысоловку заказывать. Где? Я не могу одновременно и смотреть, и снимать, и через камеру не могу смотреть. Мне Ника однажды сказала, учись смотреть на мир через видеокамеру. Так, а может ты сначала все-таки щепки отнесешь? Эх ты! Так, ну что ж, заканчиваю с дровами, навожу порядочек. Завтра автолавка. А сегодня папа! А папа приедет с Юлькой, и мы, наконец, водрузим крышу. Ну, естественно, не с Юлькой, а с папой. Так, а еще надо прикатить вот эти вот пенечки и сделать скамеечки для посетителей нашего автомагазина. Так, стружки Ники отвезти. В общем, дело, как всегда, навалом. Ладно, всего хорошего. А нам еще многое предстоит. До свидания.